Привет! Привет! Мы в гостях у Лисы и Гори. Еще мы будем делать через рассветную жебру. Рассветную жебру аппликации из шнуров рафия. И шнурков. Мы делали еще вот это. Да. Мы тут делали сейчас земляничку. Вот. Аппликации из шнурков рафия. Ой, Алиса у нас болеет маленечко, да? Да, тут приболела. Ну давай, пускай Алиса откроет. Алиса, не пищи. А кто тебе, Алиса, помогать-то будет сегодня? Hello Kitty и Ферби. Hello Kitty и Ферби. Ну давай, доставай картинку, шнурки. И что там еще есть, клей, да? Да. Так, и доставай нас... и Егору давай все. У нас еще запасной клей еще есть. Так, это клей Алиса достала. Показывай, Егор, какой клей. Вот. Вот, клей. Нитки. Угу. Ой, мои игрушки кольца попадали. Да. Эй, не падали. Упали, да? И картинку его достает. Картинка зебра. Ну-ка показывай. Давай это я уберу. Показывай, какая картинка зебра. Вот там, где белые полосы. Вот так, чуть подальше. Где белые полосы, вот там вот Егор с Алисой будут наклеивать цветные шнурки. Угу. Да? Ну что, начинаем. Ну что, давай развязывай шнурки сначала, Алиса шнурки пускай разложит и будет тебе подавать. Hello Kitty может говорить. Hello Kitty может говорить? А что она может говорить? Ну-ка. Я люблю красиво одеваться. Hello Kitty любит красиво одеваться? Да. Здорово. И модные штучки. Пойдем в магазин. Какая Кити? Егор, шнурки Алисе давай, она тебе будет подавать. Алиса, скажи, какого цвета там шнурки? Yellow, желтый, дальше. Yellow тоже желтый, дальше. Опять желтый. Дальше. Опять желтый, дальше. Егор, много клея не наноси, потому что он будет вылазить. Там чуть-чуть надо. И, наверное, чем-то там размазывать нужно будет. Вот, да. Дальше, Алиса, какого цвета шнурки там? Оранж. Оранжевый. Дальше. Вот сюда. Угу. Да. Да. Это елка. Да. Так, подводи желтый шнурок. Егор, давай желтый шнурок. Спасибо. Егор будет. Так, как тут? Ну, пробуй вот по зигзагам нужно накладывать, доходить до конца, до черного, сгибать и обратно возвращаться. Я буду обрезать чуть длинные. Ну, все. Посмотрим, как ты будешь там обрезать. Может, Егор будет обрезать, тебе, может, не очень будет удобно. Удобно. Ну, давай дальше называй цвета. Какие там дальше цвета еще есть? Purple. Это какой? Purple. Ну, какой по-русски? Purple это по-английски. Фиолетовый, правильно. Фиолетовый. Purple. Еще фиолетовый. Теперь, ну, да. Purple. Чтобы так-нибудь отлипать быстро. Нет, так ты до конца доведи до черного, а потом будешь держать. Red, красный. Red, красный, правильно. Блю-голубой. Белый-вайт. Белый-вайт, правильно. Желтый-йеллоу. И? Зеленый-грин. И зеленый-грин. Молодец, Алиса, все цвета назвала и по-русски, и по-английски. Так. Получается, Егор? А я буду сама обрезать зелененькое. Да. Да. Вот, Егор старается. Ой, Алиса как кашляет. Заболела Алиса маленько, да? Да. Я люблю пить таблетки и пьет сироп. И сироп, да. Когда Алиса болеет, пьет таблетки и пьет сироп от кашля. Да. Ну-ка показывай, Егор, что там получилось. Нет, из желтого. Нет, они там еще высыхают. Еще высыхают? Да. Ну-ка, ну оторви пальчик, я посмотрю. Нет, они тогда все сами распутаются. Да, ну так не может быть, они должны крепко пристывать, приклеиваться, то есть. Ну-ка.
Мне кажется, их тут обрезать и не надо. Ну, где не надо обрезать, там не надо, а где нужно, там же есть полоски, которые и поуже. Вот, вот, красиво как получилось. Так. Так, дальше, пожалуй. Какой цвет? Ну, дальше выбирайте любой цвет какой. Розовый. Ну, вот такой, давай. Нет, такой. Нет, вот, вот. Ну, давай такой. Нянечка не хотела. Там раздвинь желтенький, потому что у тебя полосочка вон открыта. Ты пораздвигай, чтобы было все закрыто. Да. Нянечка не хочет вот этот. Ну, а потом он другого цвета возьмет, конечно. Не подала розовый. Розовый подала? Фиолетовый, мне кажется. Нет, не розовый. Это, розовый. А мне кажется, Егор взял фиолетовый. Нет, розовый. Что-то типа розово-фиолетового. Розово-фиолетовый. Розово-фиолетовый. Алисе надо сироп выпить от кашля, да? Да. Он вкусный? Да. Сейчас пойдем сироп пить от кашля. Да. Угу. Да. Так, ну давай, пробуй, Егор. Ты, наверное, вот так вот возьми, это чтобы он помягче стал. Проведи пальчиками. Ну, посминай, посминай. Вот, вот так вот. Ну и все. Все, теперь давай. Приклеивай. Я буду сама вылезать. А у тебя что-то Ферби и Китти твои упали и лежат. Их, наверное, надо посадить, чтобы они сидели и смотрели, да, как Егор делает. Нет? Они спать легли? Да. О, как быстро застывает. Так. Егор делает фиолетовую у нас полосочку, да, Алиса? Алиса, а посчитай, сколько тут всего шнурочков? Где? Ну-ка посчитай. Шнурочков сколько? Один. Ну, что ты речишь-то? Два. Дальше. Три. Дальше. Четыре. Дальше. Пять. Дальше. Шесть. Дальше. Семь. Дальше. Восемь. Дальше. Девять. Дальше. Восемь. Десять. Все равно лишний, что ли? Да. Я хочу шумного. Ну, там тебе неудобно будет отрезать. Папочка, а ты мне подай новые ножнички, чтобы я хорошо облизал другими. Новые ножнички? Да, чтобы длинные, чтобы облизать. Длинные, вот, чтобы облизать? Дай спорную, давайте. Дай мне зеленые ножнички. Дай мне ножнички маленькие, синенькие. Сейчас дам. Сейчас Егор еще наклеит одну полосочку. Даже мне кажется, тут клей нужно было поменьше. Ну, делай поменьше. Красиво Егор делает, да? Почему? Почему? Мне кажется, красиво. Нет. А мне очень нравится. Нет, мне не наша указанная. Я только наша вот такая. Какая вот такая? Обычная. 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 Ну, мы же обычную, из обычной зебры мы делаем необычную, да? Да. Чтобы она была волшебная зебра, цветная. Да? Как из сказки. Как из сказки про цветных зебр. Да? Нет, как кошка-зебра. Зебра разве бывает как кошка? Да. Зебра, она бывает, у нее полоски белые и черные. Зебра похожа на лошадь, если без полос. Егор, только поплотнее делай, чтобы не было белых просветов, чтобы плотно-плотно было. А ты мне дай ножнички синего цвета. Сейчас, дам. А вот же они, ножнички синего цвета. Где, лежат. Где? Ну вот, Егор брал. Да. Это мне. Да, тебе. Вот так. Угу. Это мне ножнички. Я буду обрезать. Да, если у тебя получится, то ты будешь обрезать. Да. Ну а пока ножницами ничего делать не надо, положи их, потому что с ножницами играться нельзя. Да? Что у тебя еще Китти умеет говорить? Надеюсь, мы станем друзьями. Конечно, вы станете друзьями. Привет. Вы уже друзья. Красиво. Я люблю всякие модные штуки. Пойдем в магазин. Мяу-мяу. Здорово, Китти. Надеюсь, станем друзьями. Привет.
Кетти? Да? Я люблю красиво одеваться. Кетти любит красиво одеваться? Мяу-мяу. Мяу-мяу. Так, Егору подавай давай. Какого цвета, Егор, тебе подавать теперь? Давайте вот такой. Подавай Егору. Песочный. Подавай Егору. Песочный какой-то. Покажи, Алиса тебе подаст. Нет, песочного цвета. Песочный. Вот, молодец. Прямо в глазки. А Ферби что-то у тебя заскучал, а? Ой, ты Ферби браслетик одела, да? Да, вот такой. На ножки. На ножки Ферби одела браслетик? Да. Может, ему больно, и поэтому он так... А что там у Ферби на ушках висит, а, у Алисы? Алиса, что повесила Ферби на ушки? Я расскажу. Заколки. Заколки? Да. Я вот этот основной... Ну-ка, покажи, какие там заколки у Ферби на ушах. Это сережки, наверное, да? Да. Сережки у Ферби на ушах? Это Алиса придумала. Это были Алисины сережки? Или это для куколки были сережки? Ой, эти заколочки. Нет, это были Алисины заколочки. А Алиса подарила их Ферби своему другу, да? Да. И теперь Ферби красивый. О, вот этот зачет классный получился. Ферби ходит с сережками. Я даже не завтракалась во все. Да? Да, смотри, ребята. Блин, вот это так трудно отрезать после еще клея. Я хотела тоже обрезать. Ты нет. Тоже, но видишь, и Егору трудно обрезать, потому что они в клею все. Вот, обрезала. Так вот этот клей надо вот, вот, вот так. Ну, это ты потом сотрешь. Так, дальше какого цвета? Да. Ну, наверное, какой-нибудь поярче нужно, там синий, например, да? Красный и розовый. Так, ну что, какого цвета выбрали следующий? Ну, давай, бери. Сейчас эту. Я тут его смягчу. Синий Алиса выбрала, да? Да, а я буду длинный обрезать. А Алиса будет длинный обрезать. Да. Но Нина не будет обрезать. Ну, он тоже будет обрезать. О, как классно. Ну, все, давай, выкладывай следующую полосочку. Они попугуны получились. Да? Да, вот так. Пык-пык-пык. А ты их возьми вот так вот, помни, чтобы Егору они мягенькие были, чтобы ему удобно было, да? Так. Да, вот так вот хорошо, помни. И они у Егора будут мягенькие. Все. Да? Ну, теперь бери другую. Все. Или теперь бери другой шнурок и тоже его разминай. Это тоже ровный. Так, до какого цвета ты шнурок взяла? Оранж. Оранж. Я все мню, чтобы няне были удобно. Да, чтобы Егору было удобно. Белый. Егор, видишь, у нас как старается, делает красивые полосочки. Да? Да. Алиса помогает. Делать шнурочки помягче. Red. Red. Красный шнурочек. Ну, а тут что надо клеить уже? Оп. Оп. Все? Сделала мягким шнурочек. Дальше какой берешь? Блю. Голубой. Катя говорит, просто голубой. Просто голубой? Ну да, ладно. Да, Катя говорит, просто голубой. Просто голубой. Да. Ой, мне тоже не дает лежать. Не дает тебе лежать? Дина не хочет. Ну-ка дай, Егор, пускай, может, Алиса теменьками сами отрежет. Ты ей держи да, кончик, а она пускай отрежет. Алис, нет, не тут. Ну, Алиса. Нет, она не сможет. Не сможет? Ну, возьми у Алисы тогда ножницы. Нет, я этими... Да, я отрежу. Сюда.
Так. Распутываем. Yellow. Распутываем. Все, все Алиса размягчила, да? Нет. Нет. О, Алиса, как получается мягенький. О, все. Так, дальше. Синяя у меня была самая удачная, самая трудная, но самая красивая. Да. Дальше Егор берет сама... красную. Я буду сама обрезать. Ну да, Егор тебе даст, и ты будешь сама обрезать. Нет, у нее там не получится. Ну а вдруг получится? У меня вдруг получится. Так, давайте посмотрим, что там Егор делает. Он я рискую. Клеем намазывает, чтобы потом туда крепить, приклеивать шнурки. Красивая зебра получается у нас, да? Алиса, тебе нравится зебра? Нет. Почему? Hello Kitty тебе нравится? Да, девочка Hello Kitty из поделок. Девочка Hello Kitty из поделок? Ну, а зебра-то тоже красивая. Нет. Нет? А нам с Егором нравится. А мне нет, мне только Hello Kitty. Только Hello Kitty? На-на-на. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква-ква. Это что такое было? Алиса лягушка, что ли? Да. Да? А нянь тогда лягушонок. И я лягушонок. И ты лягушонок? Вы в болоте, что ли, сидите? Да. Да? И вот это я сейчас его разомню. Да. Вот это вот разомнешь? Да. Да. Чтобы он был тоже ровный. Да? Да, вот. Ну все, теперь он ровный? Да. Здорово. Ну, а я забыла вот этого. А это какого цвета кусочек? Грин. Зеленый, правильно. Я чуть-чуть завтра перепутала цвета. Завтра перепутала? Да. Это сегодня ты перепутала. Завтра это еще будет завтра. Да, Алиса? Нет, завтра. Завтра это будет завтра. Нет, завтра у нас уже приходила. Завтра еще не приходила. Приходила нам завтра. Завтра придет к нам завтра. Все. Эй, уходи, кошки. Эй. Что, эй, надо там обрезать, Егор? Надо тут. Ай! Ой, я вот это еще разомела. Быстрее, быстрее, операция. Алиса все размяла, да? Да. Что случилось? Ой. Что случилось у Алисы? Ничего. Ничего? Просто я хотела их убрать. А нянечка не хочет вот этот убрать. Ну, у него есть один клей. Когда тот закончится, он другой возьмет. Ну, там должно и того хватить. Потому что клея много. Давай, отрежем. Ну дай, пускай Алиса попробует отрезать. Держи, держи кончик. Егор, кончик держи. Так, получится у Алисы отрезать? Палец только Егору не отрежь. Нет, Алиса, она мне так не поможет. Алиса, пальчика Егору отрежь. Давай папа отрежет. Все. Алиса, у тебя не получится, потому что шнурки тяжело отрезают. Там силой нужно будет. О, какая красивая зебра получается, цветная, да, у нас? Нет. Очень красивая получается сейчас зебра. Сейчас я вот это тоже разомни. Ой, ух, так. Разомни. Вот. Заела. Давай, следующий делаем. Дальше, пожалуйста. Они же по два. Такой. Ну, давай делай нет. Такой. Они по два. Или... Что-то оранжевый. Мы оранжевый еще не делаем. Они по два штук. По два? Да, штук. Ну, вот. Ладно. Это что у нас за лягушка такая из болота пришла? Громкая. Самая громкая. А у тебя твои подружки-то заснули, Ферби с Кетти, да? Или они в магазин пошли? Нет. За покупками? Нет. Кетти же сказала, я люблю красиво одеваться, я люблю ходить по магазинам. Нет. Нет? Нет. Они решили поспать тогда дружно? Да. Да? Умели на меня что-то. А няня с Пашой
игрушка игрался и сломал даже. Да? Да. Сломал даже игрушку? Нет. Это он когда маленький был, тогда сломал игрушку, да? Да. Да. Алиса же тоже ломает некоторые игрушки иногда. О, да, только мы только ломаем большие. Большие? Да. Мы только маленькие не ломаем. Так, Егор у нас делает оранжевого цвета. Она умеет тоже ползать. Кэти умеет ползать? Покажи, как она умеет ползать. Кэти поползла? И куда она поползла, Кэти? К тебе. Ко мне? Кэти, привет. Ты уже сходила по магазинам? Да-да-да. Да-да-да. Ну все, идите с Ферби теперь играйтесь. Алиса, ну-ка смотри, что там Егор делает. Нет, не смотри, сейчас мне тут нужно терпение. Терпение? Кэти, привет! Как у тебя дела? Отлично. Чем ты занимаешься? Зеброй. Что ты делаешь? Зеброй. Зебру делаешь? Да. А, понятно. А кто зебру делает еще? Няня. Няня? А кто еще? А еще кто делает зебру? Алиса. Алиса. А еще кто? А еще кто вам помогает? Фёрби. Кто? Фёрби. Фёрби? Понятно. Ой, у меня на ножке мишка вот такой, от мисенька. Что там? На мисенька вот. Понятно. На мисенька. Мне тут может и не хватить. О, у меня раньше не хватило. Ну, значит, другого цвета доделаешь. Что там, Егор, отрезаешь? Синюю, чтобы продлить это, а то тут на ножке тут чего что надо. Так-то. Ну, давай. Только две этих еще. Наконец-то. Давай, заканчиваем. Наконец-то мы дошли до финала. Давай, давай. Так. Посмотрим, какая зебра тут получается. Я какая красивая. Я хотела еще до девочки Hello Kitty фигурку. Hello Kitty фигурку будем после делать. Еще. Ну, конечно, будем делать. Сейчас Егор зебру доделает, потом будем делать Hello Kitty. Да, как моя вот такая. Да. Да, как моя Hello Kitty игрушка. Да. Да. Только это будет аппликация. Угу. Hello Kitty аппликация будет. Да. Да, тут три аппликации только. Красивая такая будет аппликация, да? Да, тут только три аппликации. Угу. Да, зебра, зимимичка и Hello Kitty. Да, точно. Да, я хочу еще сделать Hello Kitty. Она умеет еще летать. Hello Kitty умеет летать? Да. У нее что, крылышки есть, что ли? Да. Мне кажется, Hello Kitty не умеет летать. Это только феи умеют летать. У ее ручки эти крылышки. А, ручки у нее крылышки? Да. Ручка крылья. Ручка крылья у нее такие. Вот так. Смотрите, она летает. А можешь мне трясти тут? Она летает, смотрите. Куда она полетела? К няне. К няне Кити полетела? Да. Ну как-то странно. Няня-то занят пока. Егор занят, он зебру заканчивает делать. Красивую, прекрасивую. Такая волшебная цветная зебра будет. Я вызвал мяса. Ну, Ферби у тебя упала. А где фиолетов тут что была? Ниточка такая тут фиолетовая. Потому что она может что-то и спасти, если не хватит. Нет, больше. Вот фиолетовая. Так, и какая же из них длиннее, посмотрим. И вот еще белая. Ой, какая же еще длиннее, так.
Коричневая длиннее фиолетового, так что она коричневая. Китти, привет! И коричневая длиннее... Ты уже погуляла? Нет! Ну-ка посмотри, какая там зебра красивая получилась. У нас клек, у нас даже еще осталось, чего да? Чуть-чуть. Ну хорошо. А зачем? Ему все, хватит. Он последнюю полоску делает. И мы прощаемся. И будет красивая зебра. Да. Картинка зебра из шнурков, да? Да, и Хеллоу Китти мою. И Хеллоу Китти, да. Да, как я любила с пальчиками. Они будут с бантиками. С бантиками. Да, вот у нее бантик такой. Хеллоу Китти бантик такой? Да, такой розовенький цвет. У нее такое красивое платье. Красивое платье? Да, она как балерина. Как балерина Хеллоу Китти? Да. Ну здорово. Она как пупс балерина. Как пупс? Да, пупсик балерина. Пупсик балерина? Да, Китти. Пупса балерина. Как Катя говорила, балерина. Балерина, здорово Алиса придумала. Кэти балерина, пупс балерина, да? Пупса балерина. Смешно. Очень смешно. Это был просто прикол. Что? И мы Хеллоу Китти. Все, я говорю, отрезать? Да, ну что, показывай, какая картина получилась красивая. Пониже чуть опусти. Пониже чуть опусти. О, какая красивая получилась у Егора зебра. Ну, Алиса чуть-чуть помогала, да? Алиса, отклей ее быстрее, спасибо, брата. Егор, держи ровно. Вот какая красивая зебра получилась, да? Я не отцепила. Ну что, всем говорим пока-пока. В гостях у Алисы и Егора. Все, пока-пока. Ставьте палец вверх.